4,650. Мальчик, да? Принцесска. Я шучу, вон, не знаю. Мальчик. А тебе зачем видеть? Это сердце? Это голова. Мозговые структуры. Да, это мозговые структуры. А профиль у нас не совсем выходит, потому что мы подтянули тут лицо, руки, ноги. А все сейчас все вот так? Правильно. Ложитесь на бочок спиной ко мне. Ладно. Так, ну, может, прям. Во сколько с утра-то? Где-то 8. То есть сейчас уже время обеда. А в третьем стриминге женщина должна кушать 6-7 раз в день малыми порциями. Соответственно, девчонка у вас голодная. Нос, губы, упали, глазки. Видно? Плохо, но видно. Потому что все закрывается. Что-то ей на губочке попало.
Вот, а если ты будешь 5 раз в день кушать, то... Она же малыми порциями будет кушать. У нее большими не переваривается. У нее высота стояния на матке уже большая. Повышение внутрибрюшного давления за счет высоты стояния на матке. Нарушена эвакуация желчи. А вы желудочки. Возможно съесть много раз. Соответственно, все еды дают, что надо, что любят. Упирается там. Я смотрю, руками упирается. Время, да? Я тоже бы хотела, чтобы она ручку эту убрала. Но она таким образом себе комфортно условился. Прикрывается от сканеров. Можно жить же звонить. Как загоняют это, что же я казалось чистоты? Откуда дельфин вообще? Ладно, воду сейчас померим. Нет, до этого ты не болела, Вика, сейчас. 141 – это тенденция к маловодию. Маловодие? А? Маловодие тенденция. Количество околоплодных вод немножко снижено, не критично, но снижено. Как у нее это переписало, возможно, вирусное.
Это волосики? Да. Какого цвета? Белые. Угу. Ну, носом сюда, да? Да. Я вижу нос. Немножко приоткрылась. Ага. Все закрывала. Нормально. Не довольна нормально. Ну вот, вот там. Видите, лицо? Угу. Теперь мы открыли. Да, лицо видим. Это носом кверху, да? Да. Все, тогда я вижу. Ну, в общем, единственный нюанс – это тенденция к маловыводу. Больше ничего плохого я не нашла при ребенке. По степени зрелости соответствует, шейка нормальная. Ну, вот, как бы, немножко, может, что-то противовирусное надо, чтобы доктор назначил, для того, чтобы улучшить состояние. Подождите-ка, мы еще, сейчас я, если получится, ручки-то мы видели, да? Угу. Ножки тоже стопочки мы делаем, все симметрично. Одна рука, вторая рука, пальчики вот видно, да? Угу. Вижу, да. Визуализация такая, связанная еще с количеством околоплодников. Давайте. Спасибо.